На самолет мне пришлось встать рано, я встала в 4 утра. Латте на своем Старбаксе, 2 больших сочных яблока с собой взяла. Я, кстати, опаздывала на самолет, но благодаря водителю Uber я успела и забежала почти последняя в салон. Был очень красивый туман в аэропорту. Дальше увидите кадры, которые я снимала с самолета. Во время этого полета небо было какое-то необыкновенно красивое. Или, может, я просто давно не летала. Автобус от аэропорта стоит 17 евро. Едет он где-то час до Парижа. Я только встала с автобуса, сейчас где-то 12 дня. Я думаю, сейчас прогуляюсь, у меня заселение в хостеле с 3 часов. Чуть-чуть похожу, может, что-нибудь съем, пообедаю. Не хочется сразу идти в отель, у меня, в принципе, не тяжелая сумка. Тут такая красивая улица, я сразу зашла. Понаслаждаюсь пока классной погодой, потому что вообще передавали дождь. Сейчас солнце, поэтому я буду еще гулять, пока я не устала сильно. При вылете из Варшавы у меня на скорую руку проверили мой QR-код с прививкой. Но при посадке в Париже у меня вообще никто ничего не спрашивал. Я просто вышла из самолета и пошла на автобусную остановку. Так, мой первый хавчик в Париже. Я взяла, сейчас покажу, что. Мне нравится, как они упаковали, как в пекарне какой-то, они просто овощной палатке. Не знаю, что это за улица, вообще тут так мило, красиво. Кстати, в Париже, вот так как и в Риме, очень много скутеров, и многие передвигаются именно на скутерах. Попробую французские инжирчики, но они не из Франции, наверное. Я очень давно не ела эти финики Мандиул, я уже один съела. Это просто такие сочные, мягкие финики. Это лучше, если вы не пробовали, если есть возможность где-то купить, то обязательно купите. Вот в Европе они вкуснее и круче. Почти в каждой палатке есть такие финики. Больше их, ну, мало где купишь на самом деле. Кстати, метро в Париже довольно-таки чистое и очень удобное. Я разобралась с легкостью, куда мне нужно доехать. Билетик стоит 90 евро на одну поездку. Так, я уже добралась в хостел и взяла себе перекусить. Короче, вот такие какие-то крекеры прикольные, мне нравятся очень. Похоже на галеты наши обычные. Хумус какой-то подливый, похожий по вкусу на рагу. Спасла морковку, и я 2 недели не пила ничего, у меня же там собер-октобер. Типа одно из исключений — это в Париже выпить, поэтому я уже взяла себе пиво.
Мне очень понравилось то, что это оно пшеничное и прикольная бутылка. И 0,3 как раз то, что мне нужно было. Заряжаюсь сейчас тут телефон, заселяюсь, собираюсь, иду в душ и иду гулять опять вечером. Уют в комнатах хостела, конечно, заставляет желать лучшего, но я его выбрала из-за того, что у него очень крутое расположение, а от комнаты мне нужна только кровать, поэтому я решила не заморачиваться. Это я рассматриваю, как выглядит мой прекрасный макияж. Сейчас 5:30 вечера, и я собираюсь выходить опять в город. Попыталась как-то макияжем скрыть свой уставший вид. Ну, я думаю, нормально. Хочу сейчас погулять, что-нибудь выпить, и потом встречаюсь со Стасом вечером. Взяла с собой кепку, если будет сильный дождь, то одену. Не хочу покупать зонтик, ходить с зонтиком. И вообще, с собой нет никакой сумки, ничего. Я очень люблю гулять налегке. В этой куртке крутые 4 кармана, в которые поместились все, что мне нужно, в принципе, с собой было. Блядь, чуть не упала. Короче, ребята, я только что подошла на вот эту херню, а я в юбке. И у меня, короче, как у Мерлин Монро, начала юбка подниматься, я не знала, что оттуда выйдет воздух. Это пиздец просто. У меня такого еще не было. И я только юбка взлетела нафиг. Снег тут конкретный вообще по сравнению с Варшавой. Варшава — это вообще село. Тут так много людей, машин. Он хоть и не выглядит как какой-то Нью-Йорк, но здесь движуха полнейшая. Я уже забыла даже как здесь. А еще здесь все нарушают правила дорожного движения, что пешеходы ходят на красный свет. И скутеры, мотоциклы, машины иногда тоже. Поэтому очень нужно внимательно смотреть. Просто для сравнения, в Польше никто не переходит на красный свет, там все очень боятся штрафов. Здесь, как и вообще в большинстве стран Европы, переходят на красный свет спокойно все. Нашла более-менее тихую улицу, чтобы хотя бы меня было слышно на камеру, потому что очень шумно. Я сейчас иду от своего хостела в сторону Эйфелевой башни, и тут везде красиво очень, и очень шумно. На самом деле я уже хожу час, около часа, и я хочу сесть куда-то выпить кофе или что-то типа того, чуть-чуть передохнуть и пойти дальше. Поэтому я сейчас в поиске какого-то места прикольного. Почему здесь такой вкусный эспрессо? Мне очень нравится. Я такое пила каждый день.
как-то так я собираюсь. Ждала, пока мои соседки уйдут. Соседки, по несчастью, в хостеле. Только сейчас начала собираться. Сейчас где-то 11 часов. Я же не пила 2 недели. Вот вчера выпила где-то 3 вина и пару пив. Ну, это за долгий период. И вот такой вот опухлик на утро. Я ходила, искала место, где выпить что-нибудь поесть. Сейчас час дня ничего не нашла, но зато прогулялась по райончику красивому. Зашла чисто, чтобы мне сделали кофе, потому что я хотела дабл эспрессо, у них не было стаканчиков. Для дабл эспрессо они мне 2 эспрессо делали стаканчики. Но зато очень вкусное эспрессо. 1 евро один стоит. Вообще нормальная цена. Я вчера там в центре по 5 евро платила за дабл эспрессо. Это вообще ужас. Кто смотрел мой влог с Гамбурга, помнит, что мне очень понравились эти финики. Они тут намного дешевле, чем мандиул, и они очень вкусные. В Варшаве я их не вижу. Это свежие такие финики. 6 евро килограмм они тут стоят. Сейчас буду ими объедаться. Персик уже съела. Еще взяла попробовать какие-то веганские пудинг шоколадный. Банан навряд ли уже влезет у меня. Это я сижу на терраске в хостеле. Утром был дождь, сейчас классная уже погода, солнечная. Пойдет. Девочки из Брюсселя уехали, не допили вчера шардоне и оставили мне. Как-нибудь нужно будет его уничтожить сегодня или завтра. Говорят, хорошее вино, мы не допили, хочешь? Забирай. Я такая, конечно. Так, сегодня вот так вот оделась. Надеюсь, не замерзну. Иду сейчас, рядом тут парк какой-то есть. Иду сейчас туда погулять. Должно быть очень красиво, поснимаю все. Из-за этой влажной погоды я супер кучеряха. Ну, мне нравится, в принципе, конечно. Расчески все равно нет. Наконец-то нашла какое-то веганское место покушать, потому что я ничего не чекала в интернете. И прикольное место, посижу сейчас здесь, поболтаю, отдохну и пойду дальше гулять. Короче, это блинчик из чечевицы, тут авокадо-крем и всякие овощи сверху. Недосоленный немного. Мало авокадо соуса. 6 из 10. Выпила половину вина того, что оставили мне девочки. Вот собралась, сейчас одену куртку. Иду гулять. Хочу сейчас посмотреть Эйфелеву башню. И еще по пути буду попивать какое-то вино. Или, не знаю, посмотрим. У меня такого давно не было, но я надеюсь, типа, что будут какие-то приключения или что-то типа того. Ну, в хорошем плане только. Беру с собой зарядку и...
И посмотрим, как пройдет вечер. Сегодня воскресенье. Не знаю, в Париже, наверное, воскресенье тут все такое тухлое. Но я бы вообще еще на вечеринку какую-нибудь пошла бы. Слушайте, мне очень нравится здесь правило, как в Бельгии, когда заказываешь пиво, тебе всегда закусочки какие-то приносят. Здесь тоже я иду в фэнси-ресторан какой-то, потому что, блин, все остальное закрыто в воскресенье вечером. Заказываю вино, мне кажется, что оно дорого, типа, но зато мне хапчик приносит к нему еще. Так будет выглядеть мой завтрак. Сейчас понесу это все на террасу, чтобы там красивенько посидеть. Тут одна хурма, один персик, зеленый чай с мятой и вот этот невкусный пудинг. Ну, он вкусный, просто он сильно сладкий. Блин, какая тут крутая терраса. Я рада, что я приехала сюда, пока тепло, что можно еще сидеть тут. Сегодня просто топ погоды. Фух, собралась и иду сейчас на встречу со Стасом на обед в какое-то веганское место прикольное. Что-то у меня испортилось настроение сегодня. Не, уже нормально. Ладно, идем. Так, и Стас здесь бургер с какой-то, с котлетой из портабелла грибчика. И у меня вот такой вот бол, прикольный с роллами. Так, опля, берем соусик, макаем. Как темпури выглядит.